This is our prayer to experience the glory of your good. Let us become more aware of your presence. Let us experience the glory of your goodness. Let us become more aware of your presence. Let us experience the glory of your goodness. Let us become more aware of your presence. Let us experience the glory of your goodness. God, Holy Spirit, come. This place, Holy Spirit. We welcome you. We invite you this morning, Holy Spirit. Your glory, God, is what? To be overcome. We want to be consumed by you, Holy Spirit, by your presence. Holy Spirit, Holy Spirit, come and flood this place. And fill the earth, Your glory, God, is what our hearts long to be overcome. By your presence. We'll sing it one more time with all your heart, Holy Spirit. Holy Spirit, you are welcome here. Come this place and fill the show us your glory, God. Glory, God, is what us long for. To be overcome by your presence, Lord. Я не знаю, кто сейчас так ощутил, но просто вот были как будто в глубине вот этого присутствия. Это так прекрасно. Можете присесть, но помолимся. Господь и Бог мой, я так благодарна Тебе за Твое присутствие здесь, что Ты воистину наполнил все собою. И мне так хочется, чтобы каждый ощутил Тебя, Твое присутствие, коснулся Тебя сейчас. И сидел даже в Твоем присутствии. И принимал Слово в Твоем присутствии. Как некогда принимали, когда сидели на горе, и Ты проповедовал, мой Господь. Они сидели в Твоем присутствии. Боже, Ты тот же самый. Ты сказал, где двое или трое соберутся во имя Мое, я посреди вас. И Ты не где-то, Ты посреди. Там, где сидят. Рядом с каждым, внутри каждого, внутри слова, которое будет говориться, внутри сердца, которые будут принимать. Благодарю Тебя, Господь, за эту возможность. Уже не надо другого чуда, это чудо. Поклоняемся Тебе и просим, говори. Говори, как только Ты можешь сказать. И помоги услышать. Аминь. Слава нашему Богу. Вы знаете, сегодня мы, когда собирались на молитву утреннюю, каждый молился и уже проповедовал, потому что уже говорил о любви и говорил прямо буквально такие слова из проповеди. Это говорит о Духе, о том Духе, которым мы наполнены все. Один Дух, одна вера, одна любовь, одно тело. Аминь. Слава Богу! И это очень чувствуется. И мне действительно хочется говорить сегодня о любви. Вот Павел сказал, достигайте любви. Ревнуйте о дарах духовных, особенно же о том, что пророчествовать, но впереди он говорит, достигайте любви. Вы знаете, я пришла к такому выводу очень печальному. Я не могу никого научить любить. Человека невозможно научить любить.
Можно научить тот, который уже имеет любовь, но не знает, как ее проявить, можно научить, как проявить любовь. Но если человек ее не имеет, я не могу научить. Можно только научить закону любви. То есть поступать по закону, вот так надо делать, вот так надо делать, как, собственно, Бог и дал, закон любви. Как любовь себя проявляет, Бог дал в законе. Мне всегда очень печально, что есть закон. Что есть закон любви, меня это печалит. Это свидетельствует против нас, а не за нас. Потому что это говорит о том, что нету. Но есть закон, который говорит, надо вот так поступать, это будет как бы любовь. Но если не будете так поступать, вы будете преступниками любви. Закон, он выглядит как принуждение. Для тех, которые не имеют любви, это принуждение. Ты должен. Знаете, когда говорят, ты должен любить брата. Как стыдно. Мне это так больно. Почему это вдруг я должна? Я не должна, я люблю. А что значит ты должен? Это значит ты не имеешь. Ты должен. И те, кто будут исполнять закон, будут совершать поступки любви без любви. При этом могут ее не иметь. Просто из-за страха. Если мы не сделаем, мы будем осуждены. Если мы не будем исполнять заповеди, мы будем осуждены. Но это не является любовью. Это не является любовью, понимаете? Как может не любовь войти в небеса? Слава Богу, что она сохранит от многих беззаконий. Но вы знаете, что такое любовь? Она выше закона. Она сама произвела этот закон, это Бог. Но в очень сжатой форме. Закон – очень сжатая форма любви. А саму любовь в рамки закона нельзя поместить. Она просто не помещается ни в одни рамки. Когда говорится, что она превосходит, это все равно, что представьте себе коробочку, и в нее что-то кладешь, что превосходит. Любовь, она превосходит закон милостью и благодатью. И эта любовь превосходит даже наш ум, вы представляете, даже наш разум. Говорится, любовь превосходящая. О чем это говорит? О том, что в нашем разуме нет той любви. Божья любовь превосходит то, что есть в нашем разуме. Как жалко. Да, действительно, любовь Бога превосходит человеческое разумение настолько, насколько сущность Бога превосходит наше познание о Его сущности. Любовь, она сама по себе есть исполнение закона. Поэтому говорится, что она превозносится. Матфея 5:20 говорится, ибо говорю вам, если праведность ваша не превзойдет праведности книжников и фарисеев, то вы не войдете в Царство Небесное. Потому что их праведность, не сказано, что неправедность, но праведность, она была от закона, по закону. Она не могла сделать их совершенными. Совершенство, оно приобретается с любовью. В ком есть любовь, в том и проявляется совершенство. Как Павел говорит, что она превозносится. И как он, посмотрите, поняв это, говорит очень интересно. Филиппийцам 3:8-9. Что он был праведником когда-то по закону. Он считался праведником от закона.
Но он увидел, что это не привело его ни к какому совершенству. И он говорит, да, я и все почитаю тщетою ради превосходства познания Христа Иисуса, Господа моего. А кто такой Господь Иисус был? Это сошедшая любовь. Он говорит, для него я от всего отказался. И все почитаю за сор, чтобы приобрести Христа и найтись в нем, и не со своей праведностью, которая от закона. Вы услышите, оказывается, от закона это твоя собственная праведность. Вы понимаете? Когда мы говорим, что твоя праведность не может тебя спасти, она от закона. Но он говорит, что он не хочет этой праведности. Но он понял, что от закона праведность – это несовершенство. Но хочет что? Которая через веру во Христа, с той праведностью. От Бога по вере. То есть он хочет приобрести эту любовь. Любовь Божью, которая делает нас праведниками. Он хочет любовью Божьей исполнить закон, любить Бога, любить праведник, любить ближних. Это и есть превзойти. Превзойти. Закон превзойти. Праведность закона превзойти. Форму любви превзойти. Любовь уже само по себе слово, это превзойти. Я имею в виду агапы. Это значит над чем-то возвыситься. Превзойти, это значит возвыситься. Превзойти над законом. Господь предлагает нам превзойти над законом. Вознестись над законом. Это не значит, что нам не надо его исполнять. Это значит, что он будет сам по себе исполняться через нас в любви. И по любви. Понимаете? Почему говорится, что милость Божья, она превозносится над судом? Потому что милость – это форма Божьей любви. У Иакова 2.13 говорится, ибо суд без милости, не оказавшему милости, милость превозносится над судом. Бог сам законодатель. Он сам есть закон. Он дал этот закон. Но его милость превозносится. То есть его любовь, она превозносится милостью над законом. Представьте себе, почему он говорит, пойдите научитесь, что значит милости хочу. Как же? Мы же по закону поступаем. Мы по закону судим братьев и сестер. Но если вы предстанете пред законом, вы захотите милости к себе. Потому что в законе как таковом милости нет. Это только форма. А милость превозносится. И наш законодатель самый есть любовь. Если бы наш Господь не превысился над законом, то нам никогда не видеть милости. И Он определил нам любовь. Любовь, Он нам послал любовь. Он желает, чтобы мы имели эту любовь, чтобы познали ее. Нам скажут, что закон – это упрощенный вариант любви. Не убей, не укради, не лжесвидетельствуй, не прелюбодействуй. А любовь, она открывает такие просторы, правда? Что ты даже не хочешь сказать грубого слова. Ты даже не хочешь огорчить брата. Не то, что убить, огорчить не хочешь. Ты не хочешь сделать что-то больное, неприятное. Ты хочешь угождать. Это любовь, понимаете? Сама любовь, когда она в нас есть, мы становимся елеем, мы становимся помазанием для ближних наших.
Она исцеляет раночки. Она поднимает, она воскрешает. Но разве может сама любовь быть по закону? По закону я тебя люблю. Это такое возможно? Невозможно, понимаете? Это смешно. Любовь по закону. Нет, любовь превозносится над законом. Поэтому Бог призывает нас принять эту любовь вовнутрь. Это состояние человека. Это не форма только лишь, когда исполняют только форму, становятся фарисеями. А любовь – это чувство. Вы знаете, что даже Божья любовь – это чувство. Не может быть любовь бесчувствительная, правда? Форма может быть. А любовь – это чувство. И нельзя называть любовью то, что человек не чувствует. Но я вам скажу еще, что есть человеческая любовь. Когда человек ощущает влечение, это влечение инстинкта, плотские побуждения, желания, похоть очей. Не об этой любви говорится. Это низменная форма любви. Любовь, о которой говорим мы, это агапы. И она превосходит и эти чувства. Вот эта любовь, она аморальна. Все аморальны, аморально. Низменная любовь. Все вот эти аморальные желания, которые человек называет любовью, это следствие греха. Похоть очей, похоть плоти, страсти плотские, страсти душевные. Человек называет это любовью. Но все эти качества греха, они не насыщаются, не удовлетворяются. Если человек движим только этим, они приводят его к чему? К следующим похотям. Одно восхитил, хочет второе. И оно его погружает глубже и глубже в грех. Я расскажу вам один пример из Библии, где говорится о любви, но ее там нет. И мы видим многое такое в нашей жизни, где говорят о любви, высокие материи задевают, а потом оказывается, ой, нет, разлюбил. Была ли она вообще эта любовь? Или похоть очей? Посмотрите, это такой интересный пример с детьми Давида. Амнон, сын Давида, влюбился в свою сестру Фамарь. Влюбился, будем так говорить. И он настолько ее полюбил, что даже заболел. Я вам прочитаю это место, 2 Царство 13.1.2. И было после того, у Авессалома, сына Давидова, была сестра. Красивая, по имени Фамарь. И полюбил ее Амнон, сын Давида. Говорится, полюбил. И скорбел Амнон до того, что заболел из-за Фамари, сестры своей. Ибо она была девица. И Амнону казалось трудным что-нибудь сделать с ней. Полюбил. Так полюбил. Заболел, так полюбил. Выглядит как любовь. На человеческом уровне каждый бы сказал, да, влюбился, бедный парень. Но если мы дочитаем эту главу до конца, что мы увидим? Добился он ее, изнасиловал. И когда изнасиловал, получил желаемое, сказал, встань и уходи. Как это так, встань и уходи? Она говорит, ты что, это зло больше первого, которое ты сделал со мною? Но он не хотел даже слушать ее. Почему? Он написано, потом, когда все это произошло, возненавидел ее Амнон. Величайшей ненавистью.
так, что ненависть, какую он возненавидел ее, была сильнее любви, какую имел к ней. Возможно такое? Он любил ее. Он был просто охотник. Сколько таких охотников? Пока видишь цель, очам желанное, охотишься. И тебе кажется, ты любишь, потому что ты желаешь приобрести. Это похоть. Это такая похоть сильная, которую люди называют любовью. Любовь никогда не угасает. А вот эта страсть похотливая, которую люди называют любовью, она угасает. Получил желаемое, и уже все. Интерес пропал. И возненавидел. Поэтому бывает такое, когда говорят, я разлюбил. Никогда не был влюблен. Никогда не любил. Вот и все. Понимаете? Нельзя этой любовью мерить, и нельзя ее называть любовью. Любовь агапы, на которой должны быть построены браки. Так что если мы будем читать Евангелие на греческом, или хотя бы уж чистый дословный перевод, то мы нигде не увидим другого слова между мужем и женой, кроме как агапе, муж, жену и жена мужа, агапе. Не все, остальное все, это то, что приводит к разводам. Разочаровался, разлюбил, перестал к ней гореть сердцем или к нему. Бог нам дал агапе. И это единственная истинная любовь, которая должна быть к Богу и друг к другу. И в семьях это любовь агапы. Остальное все похотливое чувство, которое проходит. Но где ее приобрести, эту любовь агапы? От чего она зависит? Я вам скажу, от отношений с Богом. Ее нигде не приобретешь. Ты с ней не рождаешься. Ты ее можешь получить от близости с Богом. Потому что Бог есть любовь. Сколько в тебе присутствия Бога, столько в тебе и агапы. Нету присутствия Бога. Нет любви агапы. Можешь сказать, этого брата я не люблю, эту сестру я не люблю. Да нету в тебе Бога. Там капля. Брызнул где-то что-то, соприкоснулся с Господом. Поэтому и нет тебе любви. А в ком есть агапы, ты любишь. Понимаете? Поэтому сказано, что надо научиться любить. Приобрести эту любовь. Приобрести. Она приобретается от общения с Богом. Только лишь. В другом месте вы нигде ее не найдете. Как выразился Павел, достигайте любви. Достигайте. Что значит достигайте? Достигайте отношений с Богом. Многие задаются вопросом, как достигать любви? Ну, будем делать поступки любви. Не достигнете. Так и останетесь на этом уровне. Если вы начнете просто делать поступки любви, останетесь на этом уровне. И пока ты не чувствуешь, что ты любишь, нет любви. Любовь имеет чувства. И не надо думать, что агапа чувств не имеет. Агапа это только в сознании. Неправда. Ты чувствуешь, как ты любишь. Как описывал Давид, как он любил Господа. Огонь внутри, ревность по Господу снедает меня. Это любовь. Если тебя ничего не снедает, никакая ревность по Господу, а так просто надо помолиться. Надо в церковь прийти, надо песенку спеть, надо послушать проповедь. Ты не любишь Господа. Нет тебе любви. А тебя спрашивают, я люблю. Да ты себя любишь. Ты себя любишь, ты пристроился, чтобы спастись тихонечко, тихонечко и в рай войти. Нет, мои дорогие,
Любовь, когда ты можешь смело сказать, без тебя мне и неба не надо. Если ты пойдешь в преисподнюю, я пойду с тобой, потому что я тебя люблю, а не небо. Кто из вас может сказать такие слова смело? Бог проверит. А если не можешь, подумай, агапы ли ты Господа? Это только Господ. А уже что говорить о ближних? Если ты рядом с ними стоять не хочешь, сидеть не хочешь, если ты обходишь стороной, когда видишь кого-то, агапы ли ты вообще кого-либо? Понимаете? А что тебе делать на небе? Подумайте об этом. Как достигать в себе любви? Этим вопросом многие задаются и говорят, как заставить себя любить? Все, с сегодняшнего дня я люблю. Не заставишь. Надо чувствовать. Колени, Господь. Ищите Господа. Призывайте Его в свою жизнь. Призывайте Его в свое сердце. Наполняйте себя им. Потому что Он есть любовь. Можно над собой и усилия проявлять, но насильно любить не сможете. Будете скрежешать зубами. Да, любовь даже агапы. Это такие чувства. Это такие чувства в себе, когда ты иногда даже спать не можешь, а просто объясняешься ему в любви. И от этого находишь великое удовлетворение. Просто объясняясь ему в любви. И Давид любил чувствами. И Соломон любил чувствами. Поэтому он написал песню песней. Это фактически любовь к церкви, к Господу. А церковь – это не стены, это мы. Это те, которые любят. Это те, которые влюблены. Это те, которые невеста. Как мне нравятся эти слова. Вы знаете, я их перечитываю снова и снова. Потому что они из сердца моего исходят. Вроде как не мои слова, а не мои. Песня песней. 8-6-7. Положи меня как печать. Любовь, положи как печать. На сердце твое. Как перстень на руку твою. Ибо крепка, как смерть. Любовь. Люта, как преисподняя ревность. Стрелы ее, стрелы огненные. Она пламень весьма сильный. Большие воды не могут потушить любви. И реки не зальют ее. Никакие проблемы не могут ее затушить. Если бы кто давал все богатство дома своего за любовь, то он был бы отвергнут с презрением. Вот кто любит Господа. Когда ты можешь отвергнуть с презрением, если тебе за эту любовь говорят, да все царства мира. Как сатана предлагал Иисусу, все царства мира дам тебе. Только поклонись, падше. Когда некоторые продают за богатство любовь Бога, они никогда не знали любви. Тот, кто познал ее, отвергнет с презрением. Что мне эти богатства? Даже если вся земля будет принадлежать мне, я буду правителем над всей земли. Если при этом я потеряю любовь моего Господа, с презрением отвергну. Потому что дороже этого ничего нет. Это называется любовь. Вот как она описана. Она описана в чувствах. Без чувств ее просто нет. Проверьте себя. Чувствуете ли вы любовь к Богу, к ближним? Ощущаете? Можно ли вызвать искусственно в себе эти чувства? Можно ли вызвать эти чувства исполнением заповеди, закона? Нет. Если будем решать, что мы сейчас начнем поступать по любви и вот таким образом достигнем, нет.
Напротив того, когда имеешь любовь, тогда делаешь добрые дела от любви. Любовь творит дела. Любовь исполняет заповеди. И это превосходство над фарисеями и книжниками. Это то, что входит в небеса. Написано, что вы с собой возьмете. Вот что вы с собой возьмете? Скажите, какое богатство, какие бриллианты, какие дома. Когда вы расстанетесь вот с этой тленной оболочкой, что вы с собой возьмете? Знание? Написано, упраздняться. Пророчество? Умолкнут. Какое богатство человек берет с собой? Любовь. Вот оно богатство. Кто сегодня обогатился? Кто из нас сегодня богатый? Тот, кто имеет эту любовь. И чем больше у вас этой любви, тем богаче вы в небесах. Когда придете туда, что принесете? Нак, я упрыжал в этот мир. Нак и возвратился. Вот Господь, ты дал мне, я его закопал. Талантик. И вот пришел с этим талантиком. Бог скажет, ну-ка, отдай-ка сюда, недостойный раб. А вот тот, который этот талант употребил и приобрел 20, и 10, и 30, и этот туда же. Потому что он любил. Потому что он в любви все делал. И любовь в нем приумножится. Итак, через познание Бога, через близость Его, мы приобретаем агапы. Дух Святой, который был послан сюда. Как по-вашему, кто он? Он любовь. Он и есть любовь, понимаете? Он как нянька с нами носится. Это любовь. И он помогает нам наполняться любовью. Когда человек говорит, я исполнен Духом Святым. Но этого я брата не люблю, это не сестра не любит. Какой дух в нем? Святой? Дух Бога. Когда он не хочет видеть, не хочет слышать. Не лги на истину, нету в тебе Духа Святого. Чем ты наполнился? Каким духом? Даже если ты будешь говорить на языках. Даже если будешь видеть видение. Я не поверю, что в тебе Дух Божий, потому что для меня это не показатель. Я знаю, как сатана подставляет, и видение показывает, и пророчество дает. Ты и жизнь свою отдашь на сожжение. Любви не имеешь, ничто. Пусто. Потому что только любовь показывает, кто ты есть. Только дети Божьи имеют любовь. Если в тебе нет любви, какой же ты сын Божий, дочь Божья? Что вы унаследовали у отца? Только любовь можно унаследовать у него. А если что-то другое, от какого папочки? Любовь воскрешается. Любовь идет в вечность. Написано «любовь». Если не будете иметь любви, не восхититесь на небо. Итак, мы призываемся к тому, чтобы эту любовь приобрести. Но у людей другое понятие о любви. Увидел издалека и влюбился. О, я влюблен. Такая красивая, такой красивый. Это оболочка. А поближе узнал внутренность. О, разлюбил. Мы лицеприятны. А Бог не лицеприятный. Он любит внутри. И любовь Божья, она любит внутри. Ты не видишь оболочки. Ты видишь душу. Это истинная любовь, когда ты видишь душу. А если ты видишь оболочку, это не любовь, запомните. Это похоть очей, которая проходит. Поэтому Бог призывает нас любить внутренним человеком. Внутренний человек любит внутреннего человека. Понимаете? Это и есть агапы. Если ты будешь любить внутреннего человека, ты будешь исполнять Божий закон, Божьи заповеди. Мои дорогие, призываемся к любви. Агапа никогда не охладеет, если вы будете с Богом близки, потому что мы от Него зажигаемся.
Бог внутри нас любовь. Бог внутри нас любовь. Все, что нам надо, это принять Господа. Не только в разум знать, что Бог есть, я верующий. А примите самого Господа. Сколько раз Господь свидетельствует многим церквям, что меня не принимают. Церкви как не принимают? Ведь говорят о тебе, проповедуют о тебе, крестятся. А он говорит, меня не принимают. Почему? Потому что не принимают любовь. Понимаете, сухие. Нет любви. А где нет любви, есть ли Бог? Примите. Когда говорится, примите Духа Святого. Примите любовь. Он любовь от Бога, посланная на землю. Любовь Бога пусть укореняется в вас, утверждается во внутреннем человеке. Она всегда пребывает, любовь всегда пребывает, вечно. Мне так хочется, чтобы вы обогатились. Так хочется, чтобы вы были все любвеобильны. Что такое свет? Если у вас нет любви, какой свет? Посмотри, твой свет не является ли тьма? Говоришь, я имею свет, я свет миру. Не является ли это тьма? Если у тебя нет любви, какой ты свет? Свет – это любовь. Соль – это любовь. Понимаете, Бог – это любовь. И если у вас есть Бог, у вас есть любовь. И притом агапе. Я вас благословляю этой любовью и призываю к этой любви. Пусть она всецело вас заполнит. Пусть не будет для вас лично ничего, а все во всем Господь внутри вас. Знаете, сегодня Галочка мне прочитала стих, который она получила на прошлой неделе, тоже о любви. Поэтому мне очень хочется, чтобы она прочитала его к церкви. Он как-то очень соответствует тому, что сегодня говорила я. Галочка, выйди, пожалуйста, прочитай. И потом мы помолимся. Молюсь на лик святой взирая. Прошу наполниться любовью до краев. Невинно руки к небу простирая, прошу соединения с моим Отцом. Прошу огня любви, но опасаюсь, чтоб не сгореть, но переплавив все внутри, родиться вновь, из тления восставая, распять на древе крестном все грехи. Хочу наполниться божественной любовью твоей агапы, что течет рекой с небес, впитать всецело, даже с кровью, чтоб унаследовать хрустальный твой венец, венец невесты. Что за чудо? Венец невесты, что за чудо? Пропитан светом и добром. Его наследовать кому-то доверено самим Творцом. Пора избранья, время скоро. Спеши к вершине напрямик. Прости обиды, забудь ссоры. Очисти сердце свой тайник. В одежды белой облечься спешит невеста под венец. Как страшно под конец отречься и утерять избрание сердец. И слышен глас с небес сурово. Жених грядет, пришел конец. Конец земному покаянию, конец терпению и добру. Умножатся еще страдания, отнимется покой к утру. И утро близко, время скоро. Не вечно ночи править бал. Христос грядет. Отверзни очи, он не замедлит, как сказал. И все же я хочу наполниться любовью, твоей любовью, что с небес, дарить ее всецело, без остатка, чтобы унаследовать невесты той венец. Аминь. Давайте с вами помолимся. Наш драгоценный Господь и Бог, я знаю, что дороже любви ничего нет. И мы хотим эту драгоценность обрести в большей мере. Потому что Ты сказал, Господь, что любовь может в нас достигать совершенства.
и совершенную любовь хочу иметь, чтобы она возрастала внутри, мой Бог. Благословляю церковь. Я благословляю каждого из них, мой Бог. Да сойдет сюда Твоя любовь. Не мерою, Господь, не мерою. Излей ее, мой Боже, чтобы каждый ощутил любовь друг к другу, каждый увидел друг друга другими глазами. У любви другие глаза, у любви другие уши, у любви новое сердце. Мы говорим, что мы новое творение. Так хочется, чтобы Бог об этом сказал, что ты новое творение. Господи, благослови каждого из нас, то, что сказал сегодня, к каждому сердцу. Да будут услышаны слова Твои, да загорятся они желанием приобрести Твою любовь, достичь ее, достичь Тебя, мой Бог, достичь Твоего отношения. Мой великий Бог, поклоняемся Тебе. Прими, Господи, вот это поклонение, какое оно есть на сегодняшний день. Но научи больше поклоняться. Научи. Аминь. Сейчас мы еще будем поклоняться, но это не просто песни. Пойте сердцем. Пойте сердцем. Каждое слово пусть говорит сердце. Сердце Богу поклоняется. И принесите свои пожертвования, десятины. Да будут у вас открыты сердца на добрые дела. Не закрывайтесь. Это тоже говорит о том, что утеряна любовь. Если к чему-то закрыло сердце, утеряна любовь. Подумайте над собою.